остановились на светофоре, и в нас врезалась Лада 10-й модели. Вот, в заднюю часть автомобиля. Никто, слава богу, не пострадал. Двигаясь навстречу Форду, десятка внезапно развернулась через две сплошные и тут же протаранила левую сторону иномарки. Сразу после удара водитель десятки вылетел на газон и, не сбавляя скорости, попытался скрыться во дворах. Зацепив по касательной еще и припаркованную «Шкоду», нарушитель бросил свою машину и кинулся бежать. Ну, какой-то не совсем, мне кажется, вменяемый. То ли пьяный, то ли каким-то, может, под действием каких-то. Что делал? Как это проявлялось? Тут пытался убежать, убежал даже. Потом его нашли, вот сотрудники ДПС поймали. Чаще всего такие не вполне адекватные персонажи не отличаются ни умом, ни смелостью отвечать за свои поступки. Не похоже, что даже этот случай станет для него уроком. Ему еще повезло, что подоспевшие вовремя полицейские не позволили очевидцам устроить над ним самосуд. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».